Привет всем! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Я бы хотела записать видео, в котором расскажу, как сделать губы объемнее, насыщеннее, как их сделать более сексуальными, грубо говоря, больше. Итак, для этого нам понадобится вазелин, который есть в аптеке. Нам понадобится никотиновая кислота, тоже в таблетках. Нам понадобится красный, острый, молотый перец. И нам понадобится эфирное масло для повышения сексуальности. У меня эротик микс. Все эти ингредиенты смешиваются, наносятся на губы, и губы более объемные, более сексуальные, насыщенные по цвету. Сейчас я вам это покажу. Смотрим на мои губы. На них не лежит никакой ни крем, ничего. Я специально это сделала. А, еще перед маской нужно обязательно обезжирить губы. Как-то их помыть там и использовать зубную щетку, вот так вот поделать и минутку поделать, можно даже минутку 30 секунд поделать и нанести на губы маску. После этой маски вы удивитесь, насколько все волшебно. Ага, honey. All right. My baby whispers in my ear. Secret baby, I keep 'em to myself. Sweet nothing, sweet nothing. We walk along hand in hand, sweet nothing. Yeah, we both understand, sweet nothing. Sitting in past or trying to read my baby, give me that special look. Sweet nothing, sweet nothing. По прошествии 1 минуты, теперь мы должны их увеличить еще при помощи макияжа. Для этого нам понадобится карандаш перламутровый, светлый, и карандаш в тон губ. Также нам понадобится палетка помад и блеск для губ. И кисточка. Yeah, we both understand. Sitting in past or trying to read my book. My baby, give me that special look. Sweet nothing, sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing.